Лига новости сообщает. По результатам опросов, партия Порошенко – лидер симпатий украинцев. Если бы парламентские выборы проходили в конце мая 2015 года, то за блок Петра Порошенко проголосовали бы 21,2% избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии КМИС. Согласно опросу, из числа опрошенных респондентов за партию «Объединение Самопомощь» готовы проголосовать 15,8% избирателей. На третьем месте среди электоральных симпатий украинцев – «Батьківщина». За эту политсилу готовы проголосовать 15,3% украинцев. По данным социологов, далее следует радикальная партия Олега Ляшко, за которую на выборах готовы отдать свои голоса 12% избирателей. Оппозиционный блок поддерживает 9,7% украинцев. За политическую партию «Гражданская оппозиция» Анатолия Гриценко готовы отдать свои голоса 5,4% избирателей. Остальные политсилы не преодолевают проходной барьер. «Свобода» – 4,6%, «Народный фронт» – 4,1%, «Правый сектор» – 4,1%, «Партия Сергея Тегибко – Сильная Украина» – 2,6%. За другие партии в целом готовы проголосовать 3,8% избирателей. Отдельно социологи включили вопрос в партию «Удар» Виталия Кличко. Если бы выборы состоялись в конце мая текущего года, за эту политсилу готовы были бы проголосовать 1,5% украинцев. Опрос был проведен с 19 по 29 мая 2015 года. Кличко сдулся. Яценюк с Турчиновым сдулись. Я, конечно, понимаю, что у нас другой, здоровой альтернативы нет, но ведь это просто пиздец.